Приморье присоединилось ко всероссийской патриотической акции «Красная гвоздика», организованной благотворительным фондом «Память поколений». Каждый желающий сможет получить за благотворительный взнос у волонтеров или приобрести в сетевых магазинах и на популярных онлайн-маркетплейсах значок «Красная гвоздика», а все собранные средства пойдут на медицинскую помощь ветеранам России. Волонтеры Победы выходят на улицу. Их можно узнать по брендовой одежде, по брендовым ящикам «Красная гвоздика». Но в основном мы работаем это с организацией. Любая организация может зайти на сайт волонтерпобеды.рф. Там есть координаты регионального руководителя, есть номер телефона, созвониться. И волонтер приедет в организацию для того, чтобы рассказать о «Красной гвоздике», всероссийской акции. И все желающие организации могут приобрести «Красную гвоздику». Как рассказали в фонде «Память поколений», на собранные средства организация оказывает адресную высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам боевых действий по всей территории России с 2015 года. На сегодня фонд помог более 16 тысячам ветеранам и 101 учреждению медицинской и социальной сферы на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей. Губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяка является активным участником всероссийской благотворительной акции фонда «Поколения». Каждое 9 мая он надевает красную гвоздику на лацкан своего пиджака и тем самым присоединяется к всероссийской акции. И я призываю каждого приморца приобретать акцию у волонтеров Победы в своих организациях, у серебряных волонтеров на улице. Также можно значки купить с помощью сети интернет, либо приобрести их в торговых сетях «Чудодей». И таким образом мы сделаем неоценимый вклад во всероссийскую акцию и поможем адресно ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, в том числе, которые находятся сейчас на спецоперации на территории Украины. В Приморском крае помощь от фонда получили 68 ветеранов и 2 учреждения на сумму более 11 миллионов рублей. Анна Дьякова, Олег Завялов, новости на Восьмом.